Теремок ТВ. Сигнал в Академию отправлен. Крутикси, вперед! За космической чертой рубится песок рой. Никто не знает, что их ждет, но в стенке двигатель ревет. Зиги, что за бардак? Ты что тут устроил? Сейчас дочитаю и уберусь. Убери сейчас же! Нам надо лететь на Плюм! Пусть Сол и Рой уберутся. Сегодня не их очередь. Я знаю, но с суперсилами они сделают это быстрее меня. Нашли себе прислугу. Ну мы же команда. Сейчас вы поможете мне, а в следующий раз я вам. Договорились, Зиги. Первый и последний раз. Ну вот и все. Я готов спасать Плюм. Ладно. Может, не надо есть столько орешков? Ты даже не знаешь, что в них добавляют. Что-то очень вкусное. Сол, не отставай! Помоги, уберись. Не отставай. Одни командиры вокруг. Какие-то они странные, как зомби. Тройгор мне Тронгор! Почему Клоки и Сол прислуживают какому-то горду? Похоже, он их загипнотизировал. Но как? Смотрите! У него в котле гипнозелье! Вот же тиран! Гипнотиран! Мы должны их освободить! Крутиксы, вперед! Замри! Ты арестован за гипнотиранство Сола! И Клоков! Не дождетесь, Гор! Эй! Это же коллекционное издание! Рой! Руби! Стойте! Пусто, Клоп! Беги, беги, Гор! Я тут главгор! А?
Сол, очнись! Ты же не прислуга! Я счастлив подчиняться повелителю! Не работает! А? Руби! Руби! Кто-то угнал Семку! Она мне больше не нужна! Я останусь с повелителем! Рой! Избавься от зелья! Я слушаюсь только повелителя. Ладно, я сам! Держи горн! Стой, стой, стой! Беги туда, гор! Что происходит? Ты вернулся! Что за дела? Отпусти меня, дворняга беспородная! В составе масла умного дерева помогает критически мыслить и оставаться энергичным. Вот что спасет всех от гипнозелья! А она что тут делает? Где Крутиксы? Гор! Гор! Другие суперсилами! Так эта гарпия все подстроила, чтобы забрать ваши суперсилы! Видал, блохастый? Сегодня мы на расхват! Рой, Сол, держитесь подальше от гарпии! Теперь моя очередь помогать! Вау! Отличная идея! Мы тебя тут подождем! Мы не бросим Зиги! Да? И какой у нас план? Опять попасть под гипноз? Я знаю, что надо делать! О! Не-не-не-не-не-не! Злодеи! Фейерверк заказывали! Руби! Сдавайтесь, или вы никогда ее больше не увидите! Сетка! Нашел чему юлять! Отдайте суперсилы, я отпущу их! Другого выхода нет. И почему сегодня все заставляют меня делать то, чего я не хочу? Заставляют, точно! Клоки, гарпия вас использовала! Ты Котел! Сол, помоги Руби! Горячо! Это что за голос? А?
Что тут случилось? Гипнотиран, зелье, гарпия! О, Сиги придумал классный план и всех нас спас! Да, в принципе, все уже объяснили. Сиги, ты молодец! Но где же гипнотиран? Хорошо, Кло! Будет знать, как заставлять других делать свою работу. Сол, принесешь? Понял, понял. Кадеты, поздравляю вас с началом первых космических гонок. Эй! Вы долго готовились к этой гонке? Наконец пришло время показать себя в деле. Я столько тренировалась, что пройду ее даже с закрытыми глазами. Пройдешь? Ну а я ее выиграю. Это мы еще посмотрим. Вас ждут крутые виражи и метеоритный дождь. Во время него Макс не сможет вас видеть, поэтому будьте осторожны. Команда, которая соберет все флажки и придет к финишу первая, получит магнокубок. Магнокубок будет наш! За космической чертой рубится кислый рой. Никто не знает, что их ждет, но всемки двигатель ревет. Сол, проверь датчики давления в турбинах. Стойте! Еще! Рой, открой турбозаслонки! И Сол, продуй фильтры. Все поняли? Да нет же! Ты туда, а ты туда. Соберитесь! Эта гонка наш шанс стать лучшей командой Академии. Никогда не видел, чтобы Руби так волновалась. Ну и зря! Мы ведь самые крутые! Руби, я наконец-то понял, что было на карте Шекайзер. У нас что, в экране дыра? Черная дыра. И не в экране, а в космосе. А что такое черная дыра? Это портал. Влетаешь в дыру в нашей галактике, а вылетаешь в другой. Но почему Шекайзер ее от всех скрывает? Вот и узнаем. Черная дыра прямо рядом с гоночной трассой. Слетаем, пока Макс не будет нас видеть. Ха! Еще и первыми к финишу придем. Крутяк, да? Да! Нет! Я не буду жульничать! Мы выиграем эту гонку честно! Но... Слетаем в черную дыру после гонки. А сегодня ты мой штурман. И вот твоя карта. Свет! Кадеты, гонка начинается через 3, 2, 1. Не так быстро! Команда Сники и Долли провела запрещенный прием. Этот флажок засчитан не будет. Эй, снимите ее с гонки! Руби, давай тоже хитрить! Нет! Мы будем соревноваться честно! Руби, мы разобьемся! Как бы не так! Эй!
дед Руби провела опасный, но разрешенный маневр. Крутиксы снова впереди! У нас тут настоящая борьба! Но все по правилам, да. Крутиксы! Вам конец! Толли, готов? Сники, мне кажется, это нечестно. Неважно! Главное, победа! Кадеты, внимание! Вы влетаете в зону метеоритного дождя! Связь сейчас... Сейчас! Магнитный туман! Сники опять играет не по правилам! Сейчас кое-что попробую. Зи, почему так медленно? Мы проигрываем! Я не могу на это смотреть! Есть же короткий путь! Запрыгнем в черную дыру и придем к финишу первыми! Это нечестно! Есть другие идеи! Можем проиграть! Что за глупость? Зато это честно и благородно! Руби, ты столько тренировалась! А выиграет обманщица Сники? Разве это честно? Давай сюда карту Шикайзер! Да! Сразу бы так! Нам сюда! Я тебя поведу! Я готова! Директор Шикайзер, Семка исчезла с гоночной трассы и появилась в запретном секторе. Что? Как это возможно? Их нужно вернуть. Макс, готовь мой корабль. И сообщи капитану Топсу, он летит со мной. Что тут произошло? Теперь понятно, почему Шикайзер скрывала это место ото всех. Жуть какая! Может, полетели отсюда? Мы же только прилетели! Надо узнать, что здесь произошло! Нет, не надо! Нам нужно срочно вернуться на трассу! А это тоже черная дыра? Нет, я знаю, что это. Черная планета! Эта штука большая, страшная, зеленая. А? Зеленая? Директор Шикайзер! А? Вы проникли в запретную зону! Нарушили правила гонки! Вы подвергли себя опасности! Это недопустимо! Капитан Топс, разберитесь! Да, хуже быть уже не может. Все-таки может. Прости, Руби, это была для тебя важная гонка, а я своим расследованием все испортил. Я сама приняла решение срезать путь. Виновата только я. Теперь я точно знаю. Лучше честно проиграть, чем выиграть нечестно. И что, это конец? Сники получит Магна Кубок? Победителями космической гонки становятся Сники и Долли! Победа моя! Кубок мой! Не-не-не-не... Куда? Магнокубок, потому что магнитный. Так это вы распылили запрещенный магнитный туман на трассе? Вы лишаетесь кубка. Что? Да! Есть в мире справедливость! Нет! Мой кубок!
Ну, тогда победила команда кадета Дарса. Шел, это мы! Держи! Ой, ура! Руби, не расстраивайся. Рейтинг не главное. Да, главное, что мы нашли черную планету. Но мы же ничего важного не узнали. Мы узнали главное. Она существует. И теперь обязательно доберемся до правды. Признаков жизни не обнаружено. И все же у меня плохое предчувствие. Нам нужно быть наготове. Никогда не видел такой странной планеты. Шустрик, ну не сейчас. Шустрик! Крутицы! Срочный вызов с планеты Плюм. Что, опять? Не опять, а снова. И в этот раз с вами полетит Макс. Он проследит, если снова вздумаете нарушить правила. Жду вас на Семке. Это из-за того, что мы очень близки к разгадке тайны Шикайзер. К отчислению из Академии мы близки, а не к разгадке. Ладно, крутиксы вперед! Шустричек, останься! Это не игра, там может быть опасно. Ревет. Руби, Зики, самурай! Руби, Зики, самурай! Крутится вперед! Сейчас мы их, как обычно, померим и вернемся к расследованию. Кидай его! Огонь! А теперь рассказывайте, что опять у вас тряслось? Я знаю, гордо украли Плюманго, золото не поделили. Гарпия подчинила ваше сознание. Хуже, Гор, на ногу наступа, Гор. А он меня толкал, Кло. Да на меня блохастый однажды не то что ногой, целиком уселся. И из-за этого вы враждуете? Не только, Кло. Иди с нами, Гор. Гордый! И Клоки! Наша Гор! История, Кло! Это же наскальная живопись! Да! Древние комиксы! Если здесь вся история ваших племен, может, удастся выяснить, почему вы враждуете? О, Макс, спасибо! Это не я! Шустрик! Давай за ним! А где Сол? Ой, и правда, пойду его найду. Кадет Руби, я с вами. Нет-нет,
Проблема клоков и гордов гораздо важнее. Лучше останься и помоги Зиге и Рою. Сол, хватит баловаться! Веди шустрика на меня! Самые первые рисунки уже не разобрать! Боюсь, мы так и не узнаем, почему они поссорились. А почему вы веками рисовали только свою вражду? Ведь на футболе вы объединились и даже победили гарпию. Да, как одна команда. А давайте нарисуем новый комикс вместе. Только места нет. Точняк! Их первый комикс. Шустрик, поиграй и хватит. Согласна. Игры закончились. Придумай что-нибудь! Придумать! О! Руби, я придумал принести Зиге, чтобы он что-нибудь придумал! Никто вам не поможет. Поправочка, мы поможем. Мы все гор. Атака, команда! Не двигайтесь, пожалуйста. Я восстанавливаю вашу личность. Как всегда, нападаете толпой. Уравняем шансы. Егор! Кло! Вот ты где! Стой! Зачем тебе Шустрик? Да! И что на черной планете? Хотите знать? Спросите у своего любимого директора. Про нашу победу, Гор! Поздравляю, кадеты! Вы успешно справились со своей задачей. В вековой вражде клоков и гордов
пришел конец, и на Плюме воцарился долгожданный мир. А теперь о главном. Макс сообщил мне, что вы прячете опасный энергетический объект. Приказываю передать его мне. Нет! Шустрик наш друг, и мы его в обиду не дадим! Кадет Руби, если вы сейчас же не отдадите мне объект, то будете исключены из Академии. Ну и пусть. Может, мы не хотим быть кадетами в вашей Академии. Вы от нас скрыли правду про Гарпию и Черную планету. Вы ведь не успокоитесь, пока все не узнаете, верно? Нет. Хорошо. Как только вернемся в Академию, я все вам расскажу. Нужно выяснить, кто ты такой. Макс, полное сканирование. И заодно... Зи, сюда же нельзя с едой. Дурацкие правила. Согласен, кадет Зиги. Давайте сканировать Шустрика в столовой. Макс? Что с тобой? Я пошутил. Ха-ха-ха. Кстати, директор Шикайзер, вас срочно вызывает совет старейшин. А? Так что же ты молчал? Ладно, разберитесь пока с Шустриком. Ха-ха, снова пошутил. Смешно, правда? Макс, ты что, обманул директора? Так нельзя! Правила созданы, чтобы их нарушать. Макс! Ты что, стал прикольным? Кажется, с ним что-то не так. Да просто небольшой сбой, ничего страшного. Шустрик, не бойся. Мы вернемся после занятий. Hasta la vista, крутиксы. Занятие. Какая скука. Пора повеселиться. Чертой. Руби, сики, самурай! Никто не знает, что их ждет, но всемки двигатель ревет. Руби, сики, самурай! Руби, сики, самурай! Крутится вперед! Так, а теперь польем растения специальным раствором. Макс? Ой, не растворился. Танцуют все. И первое место занимает кадет Шелл. Что? Как это так? Что? Он же последним пришел. Я, судья.
Я закон. Чего? Что за шутки, Макс? Ты что, забыл про правила? Правила, шмавила! Уроки отменяются! Жду всех в столовой! Эй! Куда вы все? Так, что происходит? Внимание! Важное объявление! Я решил, что с сегодняшнего дня все правила отменяются! В смысле? А теперь вкусняшки! Налетай! Можно без очереди! Эй, король грести! Это не спортивно! Да, без правил, конечно, круто, но... Никаких «но», зануда! Внимание всем! Кто хочет повеселиться по-настоящему, занимайте места! Пристегнитесь! А нечем! Вау! Быстро! Как я люблю! А мне смешно! Ха-ха! Макс сошел с ума! Надо сообщить Шикайзер! Директор Шикайзер, откройте! Вряд ли вас ждет теплый прием! Ты заморозил Шикайзер? Она холодно отнеслась к моим новым правилам. Конечно! Они же безумные! Не безумные, а веселые! Ха-ха. Смотрите, как им весело! Кому здесь весело? Макс, прекрати! Совсем без правил нельзя! Ну да, я ошибался. Без правил, конечно, круто, но только иногда. Правила защищают тебя и других. Они делают жизнь гораздо безопаснее. А что сейчас делаешь ты? Макс, ты меня слышишь? Вы правы, кадет Зиги. Со мной что-то не так. Я угрожаю безопасности кадетов. Фух. Я должен перезагрузить. Всем веселиться. Это уже не просто сбой системы. Опа. Надо добраться до главного компьютера и перезагрузить Макса. Крутиксы, прошу, не перезагружайте меня. Нам же было так весело. Прости, Макс, но веселью конец. Ладно, придется брать ситуацию в свои руки. Барби! Она заразила Макса компьютерным вирусом. Я проникну в виртуальную реальность и уничтожу его. На попробуй. Yeah.
Осталось тебя перезагрузить. Отдыхай, Макс. Перезагрузка всех систем. Перехожу в спящий режим. Ой. Попроси за глаз. Что за безобразие? А мне понравилось. И все-таки, как же гарпии удалось взломать систему Макса? Давайте подумаем. Мы летели на Плюм с Максом. Там мы все вместе сражались с гарпией. Потом вернулись на Семку. Семка! О! Вот через это перо гарпия и заразила Макса вирусом. Его надо срочно уничтожить. У меня есть идея получше. Теперь детектор настроен на гарпию. Когда она будет рядом, он сработает. Гарпия здесь! Мне нужен супер-кадет и источник их сил. Я не дам тебе навредить моим ученикам! Гарпия в академии! Так, Макс перезагружается. Значит, директор Шикайзер все еще заморожена. Ничего, сами с ней разберемся. Может, просто улетим отсюда? Да, улетим. Но только вместе с Шустриком и другими суперкадетами. Вот что надо делать. Рой, найди суперкадетов и приведи их в ангар. Сол, спрячь остальных кадетов. Зиги? А у меня есть план. Отлично, а я заберу Шустрика. Встречаемся тут. Крутиксы! Вперед! Или ревет. От нее. Что за глупости? Всем известно, что гарпия это... Сказки! Мне нужен супергерой. Где они прячутся? Ты что-то знаешь? Я... Отвечай! Я ничего не знаю. Единственный супергерой тут я! И я ни от кого не прячусь! Чего тебе нужно? Обычная ящерица. С
Спасибо, Толи! И тебе спасибо, Сники! Ой, иди уже, спасай остальных! Шустрик, ты тут? Шустрик, нужно улетать из академии. Ты можешь открыть дверь? Давай туда. Встретимся на другом этаже. И раз. Так, муха, не халтуй. Ребята, все, скорее в ангар. Кадет Рой, вы мне урок срываете. 10 отжиманий, быстро! Виноват, капитан Топс. Нет времени объяснять. Академия в гарпии. То есть гарпия в академии. То есть мы в опасности. Ты что ли, гарпия? Проверим тебя на прочность. Кадеты, бегите к лифту. Хотели убежать от меня. Ты их не получишь. Будешь первым. Это не простим! Да, сражайтесь! Так даже веселее! Ребята, в сторону! Не такая уж ты и сильная. Не такой уж ты и умный. Считаешь себя супергероем? А летать ты умеешь? Я держу тебя! Руби, ты летишь! Я лечу? Мы еще не закончили. Кло? Попался! Добрый день, кадеты! Перезагрузка завершена. Приступаю к работе. Макс, я... Кадет Зол, доложите обстановку.
Шустричек, тебе больно? Не трогай его! А кто меня остановит? Ты? Нет, я! Я ожидала такого, птичка! У гарпии что-то с броней. Она не выдерживает энергию шустрика. Все вместе? Малыш, ты спас нас всех. И кто там говорил, что гарпий не существует? Да, они существуют. Но это чудовище, не настоящая гарпия. А кто тогда? У меня получилось!